Нуждики. Настоящий интеллигент никогда не скажет: «Ща порву тебя нахуй, сука!» Он скажет: «Свистни в хуй, сейчас тебе пиздец придет!» Примета. Если свет в туалете выключается со звуком: «Э, служивый! Это наша точка!» Значит, в туалете тики! Захожу в казарму. Никого нет. Спрашиваю: «Эй, ты где, сука?» Молчат. Все откинулись. Впервые в цирке. Пиздарики на воздушном шарике. Доктор, что применять при раскалывающей головной боли? Чё, башка болит? Бухать надо меньше. Что считается не очень приличным тоном? Это, например, когда вы, встретив Bears, говорите: God damn Ruskies. Кладбище, ночь. К могильщику подходит сбежавший из тюрьмы зэк и говорит: браток, пожрать бы, конечно, не помешало. Международный валютный фонд? Да. Вы обещали перевести деньги. Переводим. Деньги — это money. По-русски, блядь! По-русски говори! Доктор, когда я кончиком языка дотрагиваюсь до комочка фольги, в которой до этого пекли картошку, у меня покалывает за ухом. Что это значит? Ты чё, ёбнутый? Эй, земляк, мы стрелять не хотим, мы так наблюдаем! Кричали, пританцовывая Дики! Около туалета. Как отличить Юся от медведей, когда доешь Юся? Он улыбается. Вниманию граждан, наблюдавших 13 ноября в городе Тарков медведя, сбежавшего из местного цирка. Чё, педрилы? Теперь вы все дохлые-то! Процесс замедлялся. Субстанции, всплески все реже случались. Больной засыпал. Заря пробиралась сквозь занавески. В палате все стихло. Да им пиздец, ты глянь! Если вы уже полчаса стучите в дверь и вам не открывают, и за дверью гудение, значит, либо там юсеки бродят, либо тики! Поговорка: у семи геев дитя юсек! Мы делили апельсин, все откинулись. Нуждики. Хуй ходи.